квартиру свою смотрели? Да. Ну и чего? Нравится или не нравится? Нормально. Хороший? Нормально. Желаю вам всем удачи. Ну и, наверное, самое главное, там, небольшой подарок от Куликов, от жителей области, потому что вы помните, да? За бюджет Тульской области покупаются квартиры детям-сиротам. Вот сегодня мы 27 у нас квартиры здесь готовы, мы вручаем 21. Соответственно, остальные ребята получат уже в таком текущем режиме. До конца года мы еще 90 квартир вручим. И в следующем году 300. Так что, да. Ну, надеюсь, год за 3, за 4 у нас все-таки детей-сирот будет поменьше. Будем, ну, у нас по развитию, в принципе, три площадки, которые мы будем развивать. Ну, вот Скуратовский поселок и Красные Ворота. Ну, Красные Ворота это более да. Да, ну и, так сказать, да. Потому что Красные Ворота у нас пока по коммуникациям, там большой объем вложений, поэтому там позже. Пока будем поселок развивать, ну, слушайте, вы знаете, поверьте, через 5 лет уже поселок, не узнаете, он будет совсем другой. Здесь мы будем все и благоустраивать, ну, приводить все в порядок будет. А школы здесь будем? Мы планируем и школу, и детский сад. Мы понимаем, что если мы сюда же не только вы заезжаете, сюда у нас и по 185-му, так сказать, переселяются. Автобус запустим. С Нового года, второй, да. Автобус будет. И мы здесь предусматриваем, здесь, к сожалению, вот рядом, да, земли не наши, Ленинского района. Но сейчас... дело не в этом, это частное они. Но мы здесь делаем разворотное кольцо, чтобы удобнее было отсюда езжать. И мы, в следующем году, в принципе, вообще планируем эту территорию передать. Полностью тот кусок, который Ленинского района, передать городу, и будем его дальше развивать. Ну все, а в центре мы практически строить ничего не будем. У нас только в центре реконструкция. И, ну, поверьте мне, здесь может быть даже в чем-то лучше, потому что нет спущенности, нормальная инсоляция, ну и так далее. То есть здесь тоже есть свои плюсы. Ну что я хотел вам сказать? Во-первых, жить, поживать и добра наживать, но хочу вас всех предупредить. У нас по-разному дети-сироты живут, да? Значит, смотрите, на приватизацию разрешим только тем, кто действительно будет жить своими семьями, кто будет... детей рожать. Они квартиру в аренду сдают. Это имейте в виду. У вас социальный найм. Специализированный социальный найм на 5 лет. Поэтому имейте в виду. Тот, кто будет в аренду сдавать, тех будем выселять. Значит, тем жилье не нужно. Понятно, да? Услышали, да? И оплачивать коммуналку. Ну и коммуналку надо оплачивать, да. Это тоже имейте в виду, что коммуналку надо оплачивать. Ну, еще раз, очень важно, чтобы Наталья Вячеславовна, чтобы мы сопровождали потом детей, то есть мы имущество передали, жилье передали, но дальше надо сопровождать, чтобы никакого нарушения общественного порядка не было, и чтобы не было злоупотребления. Это найм. Да. Это найм. Поэтому ни в какую аренду, ничего, мы предоставим детям квартиры, а не для того, чтобы кто-то сдавал это кому-то. Просто это тоже важно. Мы хотим, чтобы дети жили у нас, женились, рожались своих детей и дальше. И трудились. И трудились, да. Да, здесь на Тульской уже тем временем.